приветствуем всех в галерее, в Центре современного искусства «Аурум», мастерской Елены и Владимира Ильичевых. Сегодня, что у нас, 7 декабря. И мы с вами наконец-то дождались зимки, зимки нашей. Да, и вот я выставила перед вами работу, которая окунула меня в детство и заставила меня вспомнить те счастливые моменты, когда в детстве мы не знали проблем и строились снежные городки, снежных баб строили и знали, что дома ждет мама, папа, бабушка, дедушка, братики, сестрички, и все нас любят, все нас обожают, а чудеса Нового года и Рождества рядом. И мы вот даже играли в эти чудеса, даже придумывали их. Вот не знаю, каким образом это делает снег, но он, спускаясь с верхних слоев атмосферы, каким-то образом нас вводит в состояние чуда.